Всем приветика! Я сегодня свой влог начинаю с балкона, с моего огорода на балконе. И сегодня я буду сажать огурчики, рассаду огурчиков. Как я вам уже говорила, мы с сестрой у нее на даче сажали уже эту рассаду. Мы вот салфетки их проращивали, да, они почти все проросли, но почему-то, когда посадили в землю, они не всходят. Не знаю, то ли земля такая, то ли потому что они в темноте растут, потому что нет ни подоконников, некуда их поставить, и стоят на полу просто, там темно. Не знаю почему. Она мне дала эти семена, и сейчас эти же семена я буду сажать у себя просто. Я не буду проращивать ничего, просто их воткну сейчас в землю, поищу горшки, еще надо найти горшков тоже кучу, и будем растить. Поехали в влог. Такие семена я буду сажать, их отдала мне сестра, те же, которые мы проращивали на даче. Они проросли же, как я вам сказала, все, но просто они не взошли, как-то неудачно мы их посадили. Так что буду пытаться еще раз. Тут много очень семян, тут прям, я не знаю, еще года на 3, на 2, наверное, хватит их сажать. 10 грамм написано. Как вы видите, они с Украины еще, это привозили родственники ее мужа, по-моему, у сестры, или кто-то им привозил, короче. Вот я отложила 30 семечек, видите, они красные, розовые, я так думаю, их чем-то обрабатывают, ну, может, чтобы они не портились, или еще чем-то. Вот, потому что у нее арбузные семена, по-моему, арбузы тоже с Украины, тоже привозили, тоже почему-то красные. Наверное, их все семена чем-то обрабатываются. Вот, 30 штучек посажу, потому что больше некуда сажать. Еще на эти 30 штучек надо найти тары. Сейчас буду искать. Смотрите, какая у меня классная идея в ум пришла. Открываю я, короче, шкафчик. А тут получается как столик. Как секретер, или как он называется. И сюда можно как полочку использовать, посадить, поставить, например, вот эти помидорки. Они, видите, плохо растут тут, потому что света мало. Вот, смотрите. Прикольно. Сейчас, а сюда я поставлю, наверное, как раз огурчики. Пока им свет не нужен, пока они там не взойдут, а потом подумаем, куда их поставить, посмотрим. Так, нет, немножко планы поменялись. Короче, вот эти пластмассы я поставила отсюда сюда, потому что тут дырки, и с них капать будет. А вот в этом ящике нормально они будут стоять. Вот, потому что я с этими не перепутаю, это же разные сорты. Вот эти, которые тут стояли, и которые здесь, они же разные, потому что листья тут совсем другие. Не похоже даже, как я вам говорила, на помидоры. А огурцы тогда посажу сюда, сюда на полочке. Вот, а вот в таких не протекают нормально. Так, насобирала тару, какую нашла у себя в доме, больше ничего нету. Такие, ну, сразу большие, не хочу сразу маленькие, потом пересаживать, пикировать. Сразу большие посажу. Вот, но сажать все равно, наверное, буду там по 3 зернышка, потому что, ну, не хватит на 30 штук. Потому что, может, какие-то вырастут, какие-то не вырастут. Если уж у меня появится тара, и там все вырастут, то пересажу тогда, попикирую как-то. Пока вот так вот. Ну все, сейчас землю все заполню. А еще вот эти вот, у меня 2 помидорка, я пересаживала. Но я думаю, они не пойдут. Ну, может, и пойдут, но уже, что там, уже у меня помидор большие, а эти вот никак 2. Вырву их. Не буду. Сюда огурцы посажу. Так, посадила я огурчики. Вот, вот, вот. По несколько штук. Но все равно мало тары не хватило. Хотела я 30 штук посадить. Тут у меня бардачок. Буду убирать. Ну, не хватило мне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук куда посадить. О, пускай здесь пока лежат. А я когда найду, куда посадить. И главное, бутылки-то, пластмассовые бутылки, я сколько, 4 пакета выкинула. Можно было в них посадить. А теперь сейчас ищу я одной пластмассовой бутылки. Нет, там есть из-под кваса, но мы еще ее не выпили. Что? Ты что шатаешься, Лена? Я стою, как чувство. Сегодня у нас последний день выходного. Ну, правда, через 3 дня опять будет выходный. Сегодня у нас 3 мая. Он слишком тонкий. И мы собрались в парк. Ну, тут ближайший наш парк Таганский. Прогуляться. Погода вроде хорошая. А то сидим целый день, все праздники дома. Вот.
высокая. Я вообще коротышка, смотрите. А все почему? А все потому, что Лера на роликах. А я ее сумка теперь. Потому что она мне дала 50 рублей. Да. А это теперь будет ее сумку таскать, потому что Лера ей дала 50 рублей. Эй, держите так, меня. Это Настя, соседка наша. Ты что, забыла, как ездить? Да тут горка, я лаю. Ну все. Такая длинная, капец. Они, правда, ролики ей уже маловаты немножко, но она сказала, все равно я их одену, нужно их продать и купить ей новые. Я говорю, мозоли натрешь, нет, все равно пойду в роликах. Ну, вроде нормально, я подстраховываю. Подстраховывает она. Все, Лера раскаталась, вспомнила, как ехать. Вот, хотела видео снять, как ты красиво едешь, а ты падаешь. Я не падаю, я забыла, как заворачивать. Пришли в этот парк, ну, я его много раз снимала, так подробно вам снимать не буду. Даже, наверное, отдельно видео есть о нем. Такой он у меня скромненький у нас. Ничего особенного такого нету здесь. Фонтанчик. Вот. Зимой он там вот у нас каток, а летом у нас тут футбол играет. Погода такая, солнца нет, холодно. Солнце, жарище, куртки. Поснимаю вам девчонок. Лера говорит, нырнуть хочу в фонтан. Ковыляет. Переобуйся, уже устал, наверное, ехать-то. А я устала ее таскать. Я тоже отдохну. Что, вам грушу помыть? Да. Да, я еще даже не сказала, чего, она уже дарит. Зашла я в магазин Ленту и купила груши. Ой. Ну вот. Сейчас покажу. Взяли мы воду из дома. Заодно сейчас помоем им груши. Вот, там была акция. По 100 рублей. Не знаю, вкусные, нет, такие. На вид жесткие, конечно. Тут полтора килограмма почти, 150 рублей. 10 штук взяла. Сейчас перекусят. Мы супчик пошли поели. Папа нам супа наварил. Он отдыхает дома. Все, ноги болят, да? Мозоль тебе натерла? У меня болят только пальцы. Пальцы, конечно. Размер 36, а у тебя, 37, а у тебя 30, размер, наверное, меньше. А мне придется таскать теперь очень тяжелые ходьи. Дети бегают. Как не боятся не упасть? Он в футболках. Хочешь. Ну нафиг потом мокро у тебя нести, блин. Домой. Они вот живут близко. Нам идти минут 20, наверное, идти. Говорят, вкусные груши, говорят, мягкие, сладкие. Вот, а на вид жесткие, кажется, были. Ветер дует, всех опрыскивает фонтаном. О, Лера посидела вот на этих липучках с дерева. Кошмар. Надеюсь, отстираю. Сейчас пятым выводителем буду дома выводить. Новый костюм. Ну, как новый, почти новый. Пришли на детскую площадку. Тут такая крутая, большая. Правда, народ куча. Сейчас они тут поиграют. Тут в основном ничего такого интересного нет. Вот открыли у нас веревочный городок, или как он называется. Вот. Но это дороговато сейчас. Они на первый уровень не хотят. Первый уровень там 400 рублей, второй 600, третий 700, по-моему. Она за двоих мне заплатить дорого. Это надо это. Насте маме уже сказать, чтобы в следующий раз денежку дала, и мы тогда их сводим. Вот. А этот, по-моему, тоже 700 рублей. Это детский городок. А вот там подальше верю. Ну, страшно, я бы не полезла. Но Лерка хочет. Ты решила поспать в трубе. Слушайте, зачем насралась?
спит, она в трубе отдыхает. Лерка 5000 нашла. Вы сейчас подождите. Издалека главное. Правда, написано билет банка приколов. Кто-то еще побежали за 5000. Там, говорят, их много валяется. Главное, издалека, вообще вдалеке где-то они валялись. Увидела же, говорит, смотри, 5000. Тут этих денег. А тут доллары, смотрите, валяются. Зачем они вам нужны? Вот зачем? Там, вон, там доллары валяются. А вон доллары тоже валяются. Все, вы миллионеры. Денег нашли. Это что, настоящий? Конечно. Я Лене всегда говорю, о чем ты мечтаешь, что и сбывается. Говорю, но мечтать надо точно, прям вот конкретно говорить, что ты хочешь. Она говорит, я хочу, всегда каждый день говорит, хочу денег. Но вот она же не мечтала, не говорила, что не фальшивых денег. Настоящих. Да, настоящих. Вот и не сбылось, что фальшивка ей подсунулась в мечта. Ну ничего. Так, ну что, мы уже дома сходили, мы зашли по пути в Дикси. Ну, это мы в Ленте купили груши, я вам уже показывала. Очень вкусные, между прочим. Надо было еще больше брать. Дальше сейчас по чеку прям скажу. Конфеты Левушка за 300 рублей килограмм. 300 рублей килограмм на 259 грамм у меня. Ой, на 259 рублей вышло. 860 грамм. Наши любимые, между прочим, они недорогие, ну как, в отличие от других, там, да, которые по 1000 рублей килограмм, не очень дорого и очень вкусные, прям не оторваться. Эти Левушка, такие желейные, как будто. Так, дальше, еще я опять опрофанилась, я опять думала по скидке, вот эти вот мини-круассаны, думала по скидке там было написано, а там, наверное, по скидке через карточку, а у меня карточки не было, там электронная карточка, она у меня как-то давно была, я ее потом не стала ходить в магазин, удалила, сейчас обратно загрузила, вот по дороге прям что загрузила, думаю, что же я без карты, и вот так она 80 рублей вроде там обещали, такая большая пачка, а у меня она вышла на 100 рублей. Короче, на 20 рублей больше все равно. И то же самое с манкой. Тоже купила манку. 500 грамм маленькую взяла, потому что мы ее редко едим. Такая хорошая, прям желтенькая. Вот. Ну, это каша варить. Лера любит кашу. Я как-то не очень люблю эту манку. Вообще, считаю, ее никогда не ем. В детстве прям тоже любила, вот как Лера была. Вот. Поэтому взяла 500 грамм, чтобы не пропало. Тоже написано было за 50 с чем-то рублей. А чеки пробили 110 рублей. Вот так, 500 грамм. Золотая манка у меня получилась. Так, ну теперь буду внимать, теперь я буду с карточкой ходить, все. Дальше. Дальше у меня суп гороховый по 30 рублей, такая была акция. Вот, не по 30, даже по 26 рублей. Такой суп. Решила попробовать, на сколько-то порций. Ну, вы знаете, да, просто размешал там, заварил, 20 минут поварил и готов. Это когда первого нету, да, там обед, а первого нету. Так, попробовать. Две пачки взяла за 26, по 26 рублей. Дальше молоко, ну, как марку взяла, надо и молоко. Завтра в школу опять после праздников. Вот сделаю Лере с утра кашу сварю. Молоко у нас стоит 64 рубля. И вот такие вафли Яшкино со сгущенкой за 64 рубля. Тоже. Все вот это у меня. Ну, основные сладости и вкусняшки, большинство. За 753 рубля у меня все вышло. А, еще салат. Забыла сказать про салат. Это по 100 рублей качан. Такой салатик. Не знаю, ну, что-нибудь нарежу, сделаю какой-нибудь салатик с ним. 100 рублей качан, самый тяжелый взяла, остальные какие-то были прям маленькие совсем. Надеюсь, он там нормальный. Вот такая красота. Просыпаемся. У нас сегодня Настя ночью отмечала день рождения в кафе. И пришла домой сегодня ночью. В час ночи, наверное, не пришли. Вот с такими букетами от подруг, наверное. Что-то так вот этот вот завял совсем. Не знаю, воду, что они поставили, ой, надо смотреть, жалко прям, какие красивые, синие прям, крашеные, что ли. Теперь пальчики, как раз стадил вот этот, мне так нравится, красота.
прикольный. А почему тот виолет? Потому что, мне кажется, некоторые кусты не достают до пола. Сейчас надо разобрать это все дело. Спят они. Спят они. Такие хорошенькие, когда спят, да? Ничего не творят. Да? Хулиганье наше. А то то что-нибудь подерут, то со стола что-то своруют, а кто-то может из пятого этажа сигануть. Кто-то может написать где не надо. Ой, когда спят, прям милота. Ну все, везде цветочки наставили. Он мне так этот букетик нравится больше всех. Ну как я люблю цветы. Только единственное, жалко, что они быстро, быстро вянут. Вот ей только вчера подарили, а уже смотрите, вот это. Наверняка вчера было нормально. Может, он там в кафе, где они сидели, без воды был. Поэтому остальные так более-менее. Это же необычные какие-то. И тюльпанчики. Красота. Может быть, вот этот, я думаю, может, это долго будет стоять, потому что какой тут, ну, как будто не вянет. Открыла я сейчас тушенку, которую покупала в Маяке. В принципе, такую же тушенку мы брали и в Дикси, и в других магазинах. Вот. Стоила она в Маяке 176 рублей. Вот такая нормальная. Не дешевая, но и недорогая. Нормальная цена. Сейчас покажу, какая она там. Вот. Нормально. Мяса тут мало. Жира почти нету. Так, чуть-чуть. Вот. Ну, хорошая вообще тушенка. Мы ее в Дикси, если она по акции, часто берем. Но она давно, правда, уже не была по акции. Там чуть вообще тоже она дешево совсем стоила, по акции выходила. Мы прям набирали помного, именно вот этого нам нравилось. Не знаю, как по вкусу, похоже, нет, подделка это или оригинал. Не знаю. Так что вот готовлю. Опять я моевочку готовлю. Вкусненькую. Обожаю. Правда, дети ее не очень едят. Настя, Лера вообще рыбу плохо едят. Поэтому решила еще сделать тушенку с макаронами. Сейчас обжарю. Вот. Сижу я, значит, видео монтирую. Приходит Настя. Приносит два пакета еды. Кидает. И говорит, у нее сегодня день рождения. Готовь. А я пошла отдыхать. Типа отмечать день рождения будем. Посмотрим, что она принесла. Троекурово. А что, крылышки, что ли? Цыплята, бройлера. Лепестки. Это интересный гриль. Крылышки, да? Гриль. О. Так. Квас. Правильно. Квас пить будем. Сок. Ой. Это сок тут. Что еще? А я рыбу как раз нажарила. Еще макароны. Ой, что такое? Это осьминоги какие-то. А, это кальмары? Какие-то мини-кальмары, что ли? Это что, сухарики? Это к какому-то салату, что ли? Это твое? Ой, рыба. Вот это сейчас у меня прям... Это я голодная. Прям так пахнет вкусно скумбрия. Скумбрия. Я еще не хотела скумбрию готовить сначала, потом все-таки мою приготовила. А лимон для чего? Креветки. Ты даже у нас морозилки. Я думала, что это мороженое. А, вот еще. А я не умею варить-то. Еще. Так, ну и, конечно же, так, это что такое? О, еще. Рыбы у нас, рыбный день. Это что? А мне тоже зарядка. Мне вчера купил зарядку, они все сломались. Дорогие зарядки. И, конечно же, тортик. Тортик. Ну, Лер, помоги. А ты скажи, из-за чего эта зарядка у тебя сломалась? Так. Торт с арахисом и карамельной нугой. Но вроде на вид аппетитно. У Палыча, да, и вкусные тортики. Так что сегодня будет пир на весь мир. Так, а мне нужно видео еще демонтировать. Так, еще Настя вот шампанское купила, и ей подарили на день рождения домашний ром. Попробуем.
Это я тут готовлю. Денис сейчас принесет хлебушка. У нас только эта бумага, хлеб закончился. Я говорю, уже я не побегу, уже готовлю. Даша сейчас придет с работы, еще сейчас соседку позовем. Ну, мы с ней дружим. Вот. И немножечко отметим день рождения. А вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропускать наши видео. Всем счастливо!